Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 июля. Наша тема сегодня — другая разновидность духовной войны. Это совсем другая разновидность. И место Писания, книга Откровения, 2:16, где Христос обращается к павшим в заблуждение лидерам церкви в Пергаме. Христос говорит им: «Покайся, а если...» Откровение 2:16. «Покайся, если не так, приду к тебе скоро и сражусь с ними мечом уст моих». Слово «сражусь» — перевод греческого слова «полемос». «Полемос» — это слово, которое означает «сражение». Это греческое слово использовали для описания продуманной войны. Это не беспорядочная битва. Кто-то разрабатывает стратегию. И так он сказал: «Если вы не изменитесь, не покоритесь, тогда я приду со всеми своими войсками, с хорошо разработанным планом, и мы сделаем все возможное, чтобы вас устранить». И слово, использованное здесь, означает, что у заблуждающихся лидеров есть выбор. Они могут совершить покаяние, измениться, вернуться на правильный путь, но если не захотят, если воспротивятся голосу Господа, тогда Бог говорит: «Эй, я не собираюсь жертвовать целой церковью ради вас. Я вас устраню». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.